К этому часу Новый год встретили почти все жители Земли. Сейчас его прихода ждут только Аляска, Гавайи и крошечное государство Ниуэ в Тихом океане. Этим утром праздник перебрался через Атлантику. В Нью-Йорке на площади Таймс-сквер миллион человек собрался посмотреть, как мэр города Майкл Блумберг и его ассистентка, поп-дива Леди Гага, за минуту до наступления Нового года запустили механизм знаменитого зеркального шара. По традиции он коснулся подножия своего шпиля ровно в полночь. В Европе одно из самых красочных новогодних шоу показал Лондон. Как только часы на Биг Бене пробили 12, небо над британской столицей озарили миллионы разноцветных огней. Заряды салюта разместили также на колесе обозрения и баржах на Темзе.